Ночью движение автомобилей по коммунальному мосту ограничат. Каждый день с 10 часов вечера до 6 утра будут проходить ремонтные работы. Дорожники приступили к ямочному ремонту накануне. Напомню, автолюбители жалуются, что мост превратился в полосу препятствий. В асфальте появились трещины и глубокие ямы. Размеры многих из них превышают все допустимые нормы. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, технология «литой асфальт» позволяет проводить ремонт даже в минусовые температуры. Тем более для укладки не потребуется тяжелая техника. Также перекрывать мост будут и днем, но ненадолго, и отдельные участки. Ремонт моста подрядчик проводит за свой счет, так как в прошлом году работы были сделаны некачественно и гарантийные обязательства еще не истекли. Возможно, латать дыры в коммунальном мосту начали перед экономическим форумом. Он стартует уже в четверг.